Рабочий день у сотрудников ГИБДД начинается с раннего утра. 5:45 – прибытие личного состава, получение табельного оружия, в 7:00 – развод, затем в патрульный экипаж и на службу. Сегодня утро саровских гаишников началось с поздравлений. 3 июля они отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить всех с праздником. Удачи, здоровья, семейного благополучия. В Саровском ГИБДД работает около 50 человек. На торжественном собрании 25 сотрудникам вручили благодарственные письма. Среди награжденных майор полиции Татьяна Лыткова. Больше 15 лет она несет службу в полиции. В ее работу входит регистрация административных протоколов, выдача водительских удостоверений. Мы находимся 24 часа на работе, действительно, потому что нарушений бывает очень много. И в праздники, и не в праздники. Сегодня я получила для себя первый раз почетную грамоту от нашего руководителя, начальника УВД Чернышева Андрея Анатольевича. Для меня это двойной праздник, потому что почетная грамота, она заносится в личное дело, очень приятно. Сотрудники полиции несут службу в любую погоду, в мороз, дождь, жару. Для них долг службы превыше всего. Они строго следят за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. Редакция нашего канала поздравляет всех сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Желаем легкой службы и пусть на жизненном пути не будет нарушителей, преград и прочих неприятностей. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.